Футбольный клуб «Тверь» одержал победу в заключительном домашнем матче этого сезона. В поединке 28-го тура команда Вадима Гаранина разгромила подмосковную «Коломну». Подробности встречи в материале нашей съемочной группы. Матчем 28-го тура, в рамках которого в столицу Верхневолжья приехала подмосковная «Коломна», футбольный клуб «Тверь» закрывал программу домашних игр в сезоне 2020-2021. И прощание с тверской публикой, сразу оговоримся, выдалось ярким. Уже на 15-й минуте поединка хозяева открыли счет в матче. Сделал это Игорь Турсунов, забив свой 10-й гол в сезоне. Курзинев, подача. Удар! Игорь Турсунов. В том году в Коломне, а сегодня Коломне. Бывший игрок Коломны забивает гол своей команде. На этом хозяева поля не остановились, и уже через 5 минут изящным ударом со штрафного свой дебютный гол в России забил белорусский полузащитник Твери Александр Александрович. А к концу тайма счет и вовсе стал разгромным. Все тот же Игорь Турсунов оформил дубль, спокойно разобравшись с окружившими его 4 соперниками. Конечно, конечно, Игорь. Это же так просто. Принял, пробил 3-0. Вот и все. А сразу после перерыва Алексей Курзинев довел преимущество Твери до 4 мячей. Впрочем, надо отдать должное гостям, они нашли в себе силы отыграть 1 гол. Итоговый счет матча 4-1. Подводя итоги поединка, главный тренер Твери Вадим Гаранин отметил, что вся команда очень хотела порадовать тверских болельщиков в последней домашней игре чемпионата. Готовились, там были детальки по сопернику. Немножко у них поменялась чуть-чуть там структура небольшая, но как готовились, что гораздо сложнее может все быть. Ну, значит, мы, наверное, на таком уровне выглядим, что вот так легко нам эта игра далась сегодня. Эта победа вкупе с ничейными результатами в матчах прямых конкурентов позволила Твери максимально приблизиться к первой тройке. Следующий матч тверского коллектива намечен на 12 июня. Подопечным Вадима Гаранина предстоит выезд в Читу.